Всем привет, я Адонис. Мы продолжаем проходить Horizon Zero Dawn. И для начала мы осмотрим вот эту прекрасную точку. Там был какой-то наблюдательный пункт с антеннами. Зараза, какие ублюдки там снизу. Охота посмотреть, как же это было раньше, все выглядело. Сейчас все заржавело. Но в лучшие годы это было прекрасное место. Высокотехнологичное. Ну? Так, я не вижу почему-то. А, нет, это обзор в эту сторону. Посмотрите, водохранилище Пауэлл. День 11. Я хотел здесь умереть. Но вместо того, чтобы вкатить себе тройную дозу прямо на месте, я пошел гулять по берегу. И вот ровно на этом месте меня осенило. А потом от этой идеи уже невозможно было отвязаться. Дроны. Тут не особо что-то изменилось. Плюс-минус так же и осталось. Только шары и дроны пропали. Так, и я хотел наведаться в эту деревеньку. Вот. Тут тоже, кстати, точка обзора имеется. Она просто невероятная. Остановила Дервала одним движением. Я и не знал, что норы умеют так драться. А за что ее на костер? Посмотрите, Элли прямо на костер телепортнули. Вот разработчики гады. Как ведьму решили сжечь. Придет время. Я посмотрю ему прямо в глаза. Так, у нас есть коняшка. Надо воспользоваться. Где ты, мой конь ретивый? Стальной. Механическая плотва. Кто там? Длина шеи, наверное, да? Нет, это на крота похоже. Не, поехали мы мимо. Это где-то здесь. Я думаю, что это там. Вон, я вижу. Вижу точку, надо как-то забраться наверх. Неужели придется мимо этого ублюдка проходить? Эти спокойно стоят тут. Зависли. Что тут происходит? Это солнечная скала. На нее напали машины. Это бегемоты! Может, и выстоим? Ты мой. Ну давай, подчинись мне. Ах, как медленно. Но оно того стоит. Хорош. Так, еще второй. Три стрелы сразу наложим на тетиву. И в пузяку сейчас засадим. Хорош. Битва титанов. Пускай друг с другом воюет. Я, кстати, так понимаю, захваченные животные сильнее получаются. Почти всегда побеждают. Зараза. Вот жахнул хорошо. Так, это тоже не мой теперь, да? Холера.
такое? Этот вышел! Я думал, все, умер уже. Хорош. Роза, не спи! Славный лутец. Хорош, красиво попал. Можно не до конца целиться, он большой. Здорово выручила, страница. Добро пожаловать в Солнечную скалу. Поговори с комендантом Ниневой. Внутри. Ярко началось задание. Неплохо так. Битва с бегемотами. А что это у них? Еще одна победа Дома Солнца. А что это у них за отсеки такие на пузе? Такое ощущение, что это для багажа. Они вроде как пустые. Убегай отсюда. Да ладно, я помог вам только что. Неблагодарная. Или это вы тут все устроили, я вам помешал. Так, тихенько, двигай ты отсюда. Такой кусок металла в карман положила. Точка обзора, ладно, потом тогда. Так, выберем это задание. У них приманка была. Не знаем, где они ее взяли. Раст всегда говорит. Разгрун пронес детали с собой. Терпение. Еще бы. Мы же его обыскали. Где? Ой, лучше тебе не знать. Смотрите, где лут, офигеть. И опять командир женщина. Больше я не смог. Комендант Енева, это она сразила бегемотов. Чужестранка, удивлена. А меня трудно удивить. А ты умеешь охотиться на живую добычу? Да, вообще-то умею. А что? У нас бежали три опасных узника. Послать мне некого. Надо тут навести порядок. Давно говорю, с преступниками надо по старинке. Тогда ничего бы этого не было. Но разве меня послушают? А как по старинке? Закопать по шею в землю и пусть судит солнце. Это уже не суд, а сразу приговор. Зато больше они не совершат преступлений. Что за опасные узники? Трое из одиночных клеток. Ты не жалей их, они вдоволь пожили милостью короля солнца. Первый, Разгрунт, мастер из Азерам, по ловушкам, ненавидит Карха. От взрыва в башку перетряхнула, жаль, совсем не оторвала. Вторая, Улия, воин Тенакт, если это о чем-то говорит. Ни о чем. Что за племя? Разбойники, с юга, кровожадные. Говорят, людоеды, но это и кашу жрала за милую душу. А третий — Гаван. Предатель, продавал отщепенцам оружие. По сравнению с первыми двумя, не такой уж злодей. Если бы не его алчность, война закончилась бы намного раньше. Да он даже хуже машин. Ты знаешь охотника Нила? Он направил меня сюда. Нил? Он так теперь себя зовет? Он здоров? Не знаю насчет здоров. Ему выпало родиться в густой тени, но он не был бездумным клинком, как мясники короля солнца. У него было понятие чести, и здесь оно вышло на поверхность. Чё-то я не помню, чтобы Нил меня сюда посылал. Забыл, наверное. Значит, здесь Карха держит преступников? Со дня освобождения. У нас тут кто только не побывал, от воров до бывших соколов Джирана. Ават верит, что люди могут измениться. Некоторые
и правда изменились. Сбросили кожу, как ящерицы. По мне, все преступники одинаковые, поэтому король и назначил меня здешним комендантом, чтобы просветить. Это честь. Я не видела других женщин в доспехах Карха. Нет, я никому не сестра. Женщина не может носить доспехи Карха. Я сразу решил, что хочу стать солдатом. В итоге я дослужился до королевской стражи. Сначала ходили сплетни, но я говорил всем: рискните, кто хочет проверить. После пары сломанных рук сплетен стало меньше. Любопытно, но я бы не хотела с тобой драться. Ладно. Я не понял, почему она говорила, как будто она мужского рода. Кто-то врубился в это? Или она хочет показать, что она считает себя мужиком? Как-то странно. Этих узников привести обратно? Нет, с ними нужно покончить. Да они и не оставят тебе выбора. Они уже вкусили милости короля солнца. Теперь их ждет моя милость. Награда за их головы. Улья и Стенакт, Разгрунт и Зазирам и предатель Гаван. Мне нужно знать, где их искать. Ну, Улья явилась в наши земли с разбойниками из джунглей. К ним она и вернется. Разгрунда мы поймали на сумрачном плоскогорье, где он мастерил свои бомбы. А Гаван попробует переправиться через озеро. Там его и найдешь. На пестром рынке. Так, значит, побудем в роли охотника за головами. Надо бы огнежара прикупить. Куда еще деньги тратить? Так, отлично. Клам продал. Теперь надо восполнить боезапас. Хорошо. Так, теперь можно и за головами сходить. Заросшее место такое. Подзаброшенное. Это плохо, они тут убираются. Так, пойдемте обзорную точку откроем. Только вопрос, как туда зал... А, вот. Вот и ответ. Стоит задать вопрос, получаешь ответ. Так, нам вниз? В смысле? Да, точно. Долина памятников. Тур Апокалипипец, день 7. Еще через 3 месяца мы поехали сюда, на природу. Помню, ночью Уайт сразу вырубился, а мы с тобой еще долго любовались персеидами. Говорили о звездах, о космосе. И я впервые осознал, кем хочу стать в будущем. Так, а у нас вот одна точка, вторая, ого, где? Третья здесь. Полетели сюда. Улья. Ну, с разбойниками я расправилась. Думаю, найти эту воительницу будет нетрудно. Как удачно я тут расправился, а? Слабая кровь.
Да, может, они пришлют солдат. Хоть на что-то вы сгодитесь. Боитесь моих зубов? Этот я обточила на доспехах вождя, а этот на грозной машине. Кто из вас достоин упоминания на моей коже? Кто готов драться? Вы не смогли защитить свой дом от одной воительницы. Что мне о вас думать? Так, я не могу ее аккуратненько гулять. Между собой, чтобы вы... Я же сказала, они придут! Топчите ее в землю! В упор! Жесть. Поговорите! Она еще живая? А словами бы решить не получилось. Карха любят слова. Слова и кровь. Слова и кандалы. Но ты билась как Денакт. Я бы взяла тебя в дочери. Нельзя взять ребенка. Сильные отбирают у слабых и становятся еще сильнее. История на моей коже. Взгляни. Дети, богатство, жизни, земли. Все это было мое. Испей моей крови, и они продолжатся. Совсем дурная. Нет, Улия, мне хватает своих историй. А чё, выпила бы кровки, глядишь, сильнее бы стала. Так, где эти все хлопцы? Разбежались в ужасе? Ты достойно сражалась, подкралась сзади, три стрелы в голову всадила. Так, вот еще цель. Полетели сначала сюда тогда. Если Гаван здесь проходил, надо бы поспрашивать в трактире. Гаван. Помню эту деревеньку. Тут нас пытался обмануть мужик. Обокрасть, ограбить. Также сюда королевская семья приплыла. Принцу Итумину повезло, что ты оказалась рядом и спасла его. Вроде такой бухущий, так говорит хорошо. Так, что это? Носитель данных, Нора. Слухи о Нора за авторством Арама Путешественника. Читатели много раз меня просили описать самое грозное из варварских племен, Нора с Дикого Востока. Об этом народе ходят слухи столь устрашающие, что можно подумать, что они нападали на нас в смутные времена правления Безумного Короля, а не мы на них. Дорогие читатели, они чушь отваги, но есть разница между отвагой и желанием умереть. А тех, кто вторгнется на священную землю Нора, ждет верная смерть. Тем не менее, мне довелось выйти за врата Солнечной Башни, повидать заснеженные земли Дикого Востока и даже побывать у самой границы Нора, где теперь располагается захудалый торговый лагерь под названием Приют Охотника. Там, сидя у костра подле странников-торговцев, я наслушался истории о том, что ждет путешественников в долине воительниц. Мне рассказали, что на расстоянии одного дня пути на юг лежит Венец Матери. Хотя, по-моему, это чересчур величественное название для горских хижин, обнесенных деревянным чистоколом. Тем не менее, меня заверили в том, что это поселение, попирающее скалу высоко над стремнинами и пенящимися водопадами, смотрится весьма внушительно. От него по горам тянется ряд дозорных вышек, и как только на горизонте возникают чужаки, с этих вышек воздух взмывает огненные стрелы. Учитывая, как это племя печется о сохранности своей драгоценной земли, я не ожидал столь необдуманных поступков. Тем путникам, кто все же окажется достаточно смел или глуп, чтобы подойти ближе, предстоит увидеть еще один рой стрел. На сей раз те пролетят аккурат у него над головой. Мои собеседники со смехом признали, если будет видно, что чужак из племени Карха, лучники возьмут прицел пониже. По их словам, даже Солнечные Башни жалуются на то, что воины Нора нападают на солдат из засады и пожирают тела убитых.
Я поправил их. Этот Тенакт не брезгует людоедством. Нора же, по свидетельствам странникам, питается лишь древесной корой, жесткими плодами растений и чудными травяными отварами. Я предположил, что в их племени, возможно, разрешается есть мясо только во время проведения их странных женских обрядов, совершаемых при свете луны. Да, у этих невежественных нор естественный порядок вещей вывернут наизнанку. Женщины правят мужчинами, и весь металл Карха бессилен против деревянных брусьев, кожи и шкур. Руины, заполненные ценными артефактами, лежат нетронутые, а просторные поля никем не засеяны. Только машин, к которым Нора относится с крайним недоверием ввиду какого-то древнего конфликта, не затронула эта вопиющая странность. Отцу Солнцу здесь нет места. Я не удивлюсь, если окажется, что богиня Нора – это сама Луна. Хотя в преданиях об этом племени говорится в первую очередь о грозных воительницах, среди воинов Нора видели и мужчин, и у тех волосы тоже были заплетены в диковинные прически, а на лице красовались выведенные синей краской метки. Изучая старые исследования, посвященные Норе, я наткнулся на упоминание обряда под названием «Инициация». Насколько я понял, на инициации мужчины племени сражаются друг с другом, чтобы завоевать благосклонность своих правительниц. Я бы хотел увидеть этот и другие обряды Нора своими глазами, но, увы, сейчас у меня нет возможности утолить свое любопытство. Впрочем, я уповаю на то, что его лучезарность предложит этим загадочным варварам заключить союз. Приободренный великодушием Короля Солнца, а также осознанием того, что меня будет сопровождать множество хорошо вооруженных воинов, я бы охотно посетил владения этого племени и лично пообщался с ним в интересах моих читателей. Собственно, как раз на такой случай я собираюсь взять себе в помощники девушку-писаря, чтобы она помогла мне найти общий язык с Нора. Думаю, для юной Карха такое занятие всяко лучше, чем работать продавщицей и купца Азирам. Прикольно. Хорошо написаны эти тексты. Солнце-свидетель. Ты первая Нора в этом доме. А Гаван к тебе заходил? Нет, впервые слышу это имя. Но у нас торговый город, здесь много людей бывает. И некоторые из них не хотят, чтобы их нашли. Не знаю я твоего Гавана. Если он злодей, ну, хорошо, что его тут нет. У меня много дел, девочка. Ты извини. Как-то неубедительно. Надо все осмотреть. И он сказал, если он злодей. То есть он знает, что его ищут за то, что он злодей. Не на этот ли трактир там в тексте было упоминание, намек? Тут должна работать какая-то девушка, которую он хотел взять с собой. Ага. Надоело. Что надоело? В очках? Нет, домой я не пойду. Нет, 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 не хочу сейчас разговаривать с отцом. Что же там натворила? Что это? Кандалы. Железный сплав, обнаруженные следы крови, что говорит о недавнем использовании. Здравствуй, Гаван. Сам бы ты его не снял. Трактирщик помог. Женщина во главе дома охотников. Это заря нового времени. Но ты пошел не к воде. И пошел не один. Угу. Холера. Скоро мне это понадобится. А, я же прокачался, теперь трав больше собирается. Эти два крестика. Зараза. Захватим его.
попробую пройти мимо. Ладно, воюйте. Ну, вот он. Кого встретил Гаван? Друзей или врагов? Хотя мне должно быть без разницы. Они приняли его не очень радушно. Не вздумай терять сознание. Я с тобой не закончу. Раз ты сбежал из солнечной скалы, уж пару порезов всяко стерпишь. Только ты же не сбежал. Ты стукач. Решил заложить нас Меридиану. Теперь я здесь командую. Станешь для всех уроком. Из одних кандалов в другие. Там что-то есть? Тебе кажется. Зараза. Эй! Твоя подруга, Гаван! Все, берем пушечку и жахаем. Кто здесь? На нас напали! Кто здесь против меня? Так-то! Как я красиво их раздоделал. Я это возьму. Нет, Элли, не то. Печатал прямо в стену. Красота. Так, сначала лут, потом пленник. Вы знаете мои правила. Потащишь меня обратно в солнечную скалу? У меня другое задание. Ну, что ж, Гашив сделал все за тебя. Говорят, что ты сделал это ради наживы. Это правда? Да какая разница? Ради больной мамы, ради бедных детишек. Но это ложь. Весь тот год взаперти, я жалел, что убил стража. Так я попался. Можешь так и передать своей Еневе. Погиб. Не стал вешать ответственность на сердце. Но хоть за это спасибо. Так, последняя цель осталась. Тут придется немножко прогуляться. Кто будет служить королю, который убил собственного отца? Блин, тут опасно. Зараза. Навигатор, конечно, ведет меня. По-хорошему, надо на карту смотреть и самому выбирать направление. Так. Пожалуйста, пожалуйста, блин. Чтоб я еще раз посмотрел этот навигатор. Ведет в обратную сторону. Так, интересно, я выживу, если сигану тут? Давай, сигай, робот, давай, я верю в тебя. Блин, а плотва сигала. Зараза. Вы ублюдки. Эх ты, промазал. Обидно. Я был первый.
Сейчас ты кое-что получишь. Зараза, думал, она будет стрелять в коня моего. А, тут еще не близко. Ух ты! Истребитель. Проросший уже деревьями. Блин, круто. Как же они классно вот эти штуки рисуют. Посмотрите. Дерево проросло. Очень классно. Прямо топчик. Скульптура. А что это такое? Сенсорная ловушка. Так, а по верху пройти тут можно? А если я взорву изначально? Ну теперь точно все знают, что я иду. Я иду на... Здорово. А я думал, пришлют воинов. Армия Великой Империи Карха, похоже, усохла в размерах. Как грустно. Впрочем, охотники за наживой умирают так же, как и прочие. Добро пожаловать в ущелье смерти. Ты серьезно? Я живодер. Убийца. Мастер по ловушкам. Потому меня и упекли в ту вонючую дыру. Так, по дереву забраться надо? Да ладно, неужели правда? Не. Тропа испытаний. Вот. Зараза. Наложил тут кругом. Осторожно, не оступись. Скажи, те бегемоты, которых я приманил, случаем не убили я Неву? Должна разочаровать. Да. Вот на то мне и нужны мои игрушки. Они отвлекают меня от боли. Прикольное задание, да? Знаете, напоминает задание из Resident Evil, когда этот пацан тоже тропу испытаний делал, где там газ надо было, квест такой, газ включить, там подобное. И наблюдал со стороны. Зараза. Не спеши, плесунья. Насладись. Мох красивый, кстати. Опа. Блин, чего он так вниз прыгает? Так, я знаю, что туда я хочу осмотреться. Нет, не туда. В ущелье. Гади. Угу, там проход какой-то. Ладно. Угу. Так надо заранее это уничтожить. Но ты же пока еще не горишь. Так, а можно вот этим вот? Все рванули.
Ага. А ты настырная. Аккуратно. Береги пальцы. Так, а как тут? Угу. Блин, такую классную полосу сделал, даже жалко убивать его. Нет! Сдаюсь, кончились ловушки. Передай я Неве, теперь я буду панькой. За кого ты меня держишь? Что у тебя в руке? А это... маленькая... Опа! Зараза! Это рот. Ну, умер за любимым делом. А он точно умер? Я бы не был таким уверенным, Элли. Надо проверить. Ты должна увидеть его разорванное тело. Эх, тут не подняться теперь? Ну, игра линейная, да, тут без вариантов. Ладно, полетели. Дом Солнца безгранично признателен тебе за оказанную помощь в час нужды. Это официальный ответ. А от себя скажу, что дело сделано, видно по твоим глазам. Двое погибли по своей вине. Третья дралась до последнего. Не ты бы их убила, так кто-то другой. Но жертв было бы больше. Этим и утешаюсь. Умница. Вряд ли мы еще увидимся, так что иди в свете. Вечно они что-то устраивают, эти проклятые озера. Я слежу за ними. Ох, как бы не вернулся этот последний парень. Хватит. Самый опасный из них всех. Шагай отсюда. Иди отсюда. Ну, иначе нечего я не мог ничего сделать. Тут все линейно. Опять же, такая классная локация. Древняя тюрьма. На 6 персон. Как тебе живется по ту сторону решетки, Дикарка? Неплохо. Не жалуюсь. Так, ну ладно, на этом серия заканчивается. Всем, кто смотрел, благодарствую. До встречи.